Дозвольте, я представлю. Тетяна Гоменюк, автор даного проекту, завітала до нас в гості, до нашої ранкової студії. Доброго ранку, кажемо вам. Так, отож, дійсно, проект актуальний, тим більше зараз в контексті Олімпіади говоримо, отримали перемогу в Миколаєві. Хотілося, щоб ви анонсували свій проект, презентували його для того, щоб наші містяни, щоб мешканці розуміли, що саме ваш проект варто підтримати і чому. Вам слово. Доброго ранку. Спасибо, доброе утро. Ну, я не могу удержать и хочу присоединиться к многочисленным поздравлениям Александра Абраменко и его тренера Юрия Кобельникова с золотой медалью Олимпиады для нашей страны, для нашего города. Всех, кто был причастен к этой, ну, победе, большой победе. Ну, в общем, и остальным нашим олимпийцам пожелать удачи на этих олимпийских стартах. Дякуємо вам за ваші привітання. І ми будемо робити все для того, щоб мати ці олімпійські старти і нагороди завдяки ось таким проєктам. Так? Так, і ось проєкт, ваш проєкт. А трошки проанонсуйте його, презентуйте. Звісно. Ну, ви розумієте, що соціальна сфера, а спорт – це одне з направлень соціальної сфери, да, розвитку міста. Це те, що має бути, ну, тому що просто це має бути. Тому що це для людей, і це важливо, точно так же, як важливо школьное образование, высшее образование, культура, искусство, развитие науки. Это все для нас, для людей, для горожан. И наш проект о новых трамплинах для спортивной школы, ну, это наша боль. И это наша необходимость настолько, что мы когда узнали о том, что в городе проводится такой конкурс, первое, конечно, что мы сделали, это набрали номер, позвонили в администрацию, спросили, а можем ли мы поучаствовать с этим проектом. Вот, приехали, узнали подробности, и знаете, вот как говорится, кто автор проекта. Идея витала в воздухе. Вот, у нас очень дружный коллектив, причем это и тренеры, и нашего отделения, и у нас в школе еще два отделения, это плавание и синхронное плавание. Вот, и как-то настолько все знают, что необходимо нам трамплины, то есть, ну вот как-то разногласий не было. Вот это вот как-то, ну, общее мнение, что это необходимость. Для того, чтобы вид спорта существовал, ну, в данном случае, да, мы говорим о прыжках в воду, первое, что необходимо, это материальная база. Вот. Второе, это, конечно, квалифицированные тренеры, ну, и дети, талантливые, способные тренеры. Я думаю, что с программой у нас точно проблем никаких немає в месте, да? Вот. Хочу вам сказать, что у нас в бассейне, значит, на сегодняшний день у нас 11 трамплинов. 9 трамплинов стоит в бассейне, и 2 трамплина, это сухие трамплины, стоят в зале, где дети, ну, как бы на этих трамплинах делают подготовительные упражнения, прежде чем пойти на воду. Срок службы одного трамплина 4-5 лет, ну, смотря какая нагрузка. Мы обновляли трамплины. Значит, область, последний трамплин, это был конец 2016 года, это из бюджета области нам были выделены деньги для приобретения трамплина, и трамплин был приобретен еще перед Олимпиадой 2008 года, когда наш Илья Кваша стал призером вместе с Лешей Пригоровым на этих Олимпийских играх. Вот, то есть трамплин был как раз перед этим приобретен. Вот, ну и все. И все. И все, да. Прыжки в воду в нашей школе, это 20, вот в сентябре как раз 2017 года мы отмечали 20-летие школы, и с этого же периода, значит, культивируются и прыжки в воду. У нас є відео вихованців, да. Я хочу прерватися, попросити наших режисерів показати, вивести така його на екрани. Проекту, така так. Презентація вашого проєкту. Ми можемо це зробити? Будь ласка. Посмотрите, на каком трамплине я тренируюсь. Он скользкий и треснувший. Я на нем пару раз уже упал.
ще видержать. А подо мной этот трамплин может и сломаться, поэтому кроме спадов я, наверное, ничего не могу прыгать. Помогите нам в приобретении новых трамплинов. Мы очень любим прыжки в воду. Проголосуйте за проект номер 41. Всем огромное спасибо! Слухайте, ну таке відео дійсно прямо ж мурашки по шкірі, що у дітей є бажання, вони хочуть цим займатися, але немає для цього умов. Ну от дійсно. Ну, смотрите, те трамплины, которые у нас есть, мы за ними ухаживаем. Наши дети, начиная вот как мальчишки и девчонки тоже подрастают, мы их моем, мы их ремонтируем. То есть мы стараемся их держать, ну, как можно в лучшем состоянии. Вот. Но, тем не менее, ну, это объективно, что оборудование приходит... к своему финишу, вот, а школе бы хотелось функционировать. То есть, понимаете, если у нас не будет этого оборудования, ну, это основа, вот, ну, вы видели вышку для фристайла, ребята, может быть, кто-то еще пробьется за счет сборов, да, но должна быть преемственность. Ведь один спортсмен, ну, это, ну, очень мало, вот, и очень обидно, вот, фристайл тот же, ну, многие виды спорта, есть спортсмены, которые выезжают, да, и это самое, где-то на сборы, ну, хочется своих, хочется, вот, чтобы передавали вот эту эстафетную палочку, поэтому мы обращаемся к горожанам с просьбой поддержать наш проект, хотя, если честно, то я вот почитала перечень проектов, ну, если бы мы не участвовали, то минимум за 50 проектов я бы голосовала. Дійсно, вони варті уваги, ми будемо їх підіймати ще в наших ефірах, будемо обговорювати їх. А глядя на это видео, хочу сказать, что, как выяснилось, наши дети не только, ну, возможно, будущие там чемпионы мира, олимпийские и просто спортсмены, а, как оказалось, еще и, ну, довольно творческие ребята. Це була їх ідея зняти саме так відео, так? Вони їх відзняли. Ну, так, да, дійсно, надихаючи це відео, бачимо в них бажання, наснага для, да, для того, щоб працювати, для того, щоб тренуватися. Давайте зазначимо про голосування. Скільки ще буде триватиме і яким чином миколаївці можуть проголосувати за ваш проєкт, якщо буде їх бажання, безумовно. Голосование заканчивается в 5 часов вечера 21 февраля. 21. То есть у горожан еще есть, ну, 3 полноценных дня практически для того, чтобы сделать свой выбор и, ну, вызначить свою гражданскую позицию. Вот к чему я, в общем-то, и призываю горожан. Пожалуйста, читайте про проекты, определяйтесь, выбирайте, что ближе для вас, и голосуйте. Нам же будет, вот, кто представляет проект номер 41 про прыжки в воду, если ваш выбор, это станет проект номер 41. Хочу сказать огромное спасибо всем, кто уже проголосовал за нас, кто еще только собирается проголосовать за 41 проект. И еще, вы знаете, если можно, конечно, я хочу обратиться вот к тем участникам проекта, кто пока еще, ну, набрал мало голосов. Ребят, не отчаивайтесь, еще 3 дня проекта, и знаете, вот как в спорте говорят, если ты борешься, ты можешь проиграть, а если ты не борешься, то ты уже проиграл. Поэтому боритесь, еще 3 дня у нас с вами есть для того, чтобы, ну, попасть в призеры конкурса «Общественный бюджет Николаева». Я хочу сказати, що вас уже підтримала 1049 чоловік. Спасибо. За ваш проект проголосували, підтримали його. Ми бажаємо успіху і вам, безумовно, всім іншим тим, хто беруть участь. Я думаю, що це гарна, взагалі, сама по суті ідея у такого громадського бюджету Миколаєва. Це ново для нашого міста. Я думаю, що це буде розвиватися і надалі. Ми вам щиро дякуємо. Будемо слідкувати за результатами, за перемогами.
вимогами. Тетяна Гуменюк, автор проєкту, спортивного проєкту, була в нас в гостях. Він має назву «Від нових трамплінів для стрибків у воду до олімпійських медалей для рідного міста». Безумовно, це воно пов'язане. Починається все з умов, з трамплінів, а потім таким чином ми здобуваємо нагороди на таких масштабних іграх, як Олімпіада. Дякуємо вам, гарного продовження дня.